Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Светлана Вилкова. И сегодня у нас новый интересный писатель Яна Вагнер. Писатель, номинируемый на многие премии, переводимый на множество языков мира. Писатель-детективщик. Это история о 9 друзьях, которые уезжают в отпуск, попадают на вершину Снежной горы, намереваясь весело и интересно провести время. Они успешны, счастливы, и планы у них на долгую-долгую жизнь. Но внезапно ледяной дождь обрывает все их планы и лишает их связи с внешним миром. Все бы ничего, но утром, оказывается, одна из этих друзей лежит на пороге хижины, пронзенной лыжной палкой. Им остается только одно – зажечь свечи и смотреть друг другу в глаза. Это даже не триллер, и даже не психологический триллер. Это молчание, просто молчание, в котором непонятно, кто убийца, был ли убийца вообще и зачем все это создано. Читайте Яну Вагнер.